Правительство выделило на повышение зарплат бюджетников дополнительно 50 миллиардов рублей. Об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил Дмитрий Медведев. По словам премьера, вместе с суммой, заложенной в госбюджет изначально, эти средства будут распределены между регионами. На повышение заработной платы региональным бюджетникам в федеральном бюджете было предусмотрено 120 миллиардов рублей. 100 миллиардов было распределено, когда мы утверждали бюджет. Сегодня мы распределим оставшиеся 20 миллиардов и еще 50 миллиардов рублей, которые выделяются для этих целей дополнительно. Это значительные средства. Надеюсь, они помогут решить регионам накопившиеся проблемы.